Привитос амигос, снова вы, я и Fallout, игра, в которой можно пахать и сеять, чинить и строить, но я, как обычно, буду ходить и убивать. Так, и сегодня мы убьем Тинки, Норти и Кэти. Улыбку Кэти. Убьем улыбку Кэти. Будет деснами улыбаться. Ну, начнем с Эдварда Норти. Как его здесь зовут? Ну, интересно, похож на Эдварда Нортона. Для этого надо пойти вот туда, как обычно. О, ни хрена себе, это я вас завалил. Записка мусорщика. Потом почитаю. Хотя потом я забуду. Кстати, у меня же тоже Кэти. А, у меня Кейт. Кейт, не стесняйся, барахли. Забирай у них крышки. Записка мусорщика. Записка мусорщика, вот она. Вот новый предмет, неужели не пометить? Один из охранников сказал, что федеральный продовольственный склад может быть неплохим источником утиля. Возможно, стоит разведать. Да, заебись. Вот, видимо, остатки разведотряда мы только что и облутали. Больше бы у вас таких разведчиков было. Так, что-то полагивает, подергивается. Что-то все. Хм. А я эту церкву... Дикий гуль? Нет, эту церкву я не обыскивал. А, в жопу, у вас тут что-то до хера, ребята. А теперь подходим по одному. По одному. О, легендарный, ёб твою мать. Кейт там, блядь, встала в безопасное место за решетку и стоит выебывается их. Типа, иди сюда, ублюдок, давай, попробуй достань меня, мразь. Так, что тут у нас у тебя? Что тут мое, твое, теперь наше? А, увеличение урона животным на 50%. Охотничий 10-миллиметровый автоматический пистоль. Вес 4,0. Цена 247 зато. Да, надо не забыть продать его нахрен. Так, патрон. Интересно, гули, которые не умеют стрелять, они почему-то обладают патронами. Да, ёб твою мать. Кейт, иди, я всех уже убил. Что это за локация? Это церковь, которой нет на карте. Расширяющаяся ваза Ива. А, нет. Так. О. Ну, где тут коробка с пожертвованиями? Кстати, насколько я помню, в предыдущих частях не было легендарных мобов, да? Это чисто фишка этой части. Легендарное то, легендарное это. Легендарное то и это мутировало. Так, и ни хрена здесь нет. Я в шоке? Что за нахрен? Зачем я сюда поднимался? Если могли бы хоть что-нибудь положить. Ящик поставить, тайник с крышками, как обычно. Вы же любите их везде раскладывать. Но нет. Так, где этот долбанный? Прямо и направо. Могли бы адрес сдать, тут же улицы есть, все-таки номера домов, наверное. Так, из чего я его буду убивать? Наверное, я его буду ушатывать из вот этого. Из вот этого. О! Ну-ка, подождите, а у меня они одним и тем же патроном стреляют, а дамаг какой? Да какая в жопу, собственно, разница? Этот стреляет быстро, тот стреляет медленно, все решено. Все давно предрешено. Но, сука, что ж ты подвисаешь, сволочь? О! Это что такое? Рейнджер Уокер и его друзья. Телохранитель. Ёб твою мать. Что, у меня кончились коктейли Молотова? Что он делает? Импульсная граната, импульсная мина. Молотов кола. Осколочная граната. О, зато этих накопилось. За родину и Сталина, суки рваные. Слушайте. А нормальных гранатой-то дрюкнуло. Всю кодлу в одной. Впервые не меня гранаты ваншотнули, а я. Блять, а вот в ответку, сука. Рейдер псих.
мощные выстрелы, бро. Ты, видимо, жить вообще не хочешь. Когда на тебя бежит чувак с ломом, надо стрелять как можно четче. Молодец, Кейти, его лихо оприходовал на телохранитель. Слушай, дорогая, лутай их сама, если тебе что-то надо. Кто это сказал, Рейдер Псих? И где он здесь? Там вон кафеха какая-то открытая. Интересно, а голубизна со спутниками есть в этой части? Или вся голубизна осталась в Dragon Age 3? Так, винт. Импульсная мина, Метикс, сколочная граната. Слушай, аж сколочные гранаты валят, как надо их набирать. Понятия не имею, где там орёт этот рейдер-псих. Странно, а чьи это были телохранители? Явно не того чувака, потому что они от него очень далеко ушли. О. А, ты и есть, Норти? Неприятно познакомиться. Серебряный плащ ему навешивает, смотрите как. О, у него броня какая-то классная одета, я так смотрю. Что? Кусочки белки? Так, боевая броня для туловища. 15-15. Это говнище полное. У меня уже лучше найдено и апгрейднуто. Свинцовую броню из прошлой части я модифицировал. Урон 37. Да. Норти был вооружен каким-то говнецом. Так, ну теперь, собственно, на очереди улыбка Кейти. Кейт. Прямо туда. Не буду убивать оленей, потому что мне негде... Сука, а почему она воинственная-то стала? Я думал, только психованные воинственными становятся. Айскрим, мороженец. Баскин Робинс, наверное. Пластиковая тарелка, даже не фарфор. Подушка с соломой. Фуфло какое-то, ничего тут нету. Да, игра света и тени, все-таки объемный свет, так называемый, как я понимаю. Они, конечно, спасают графику местную. О, это что такое? Пацаны какие-то к моей бабе клеются. Ну-ка, подожди, что-то не понял. Скриптер, прослушка братства. Чувак, я тебе чуть в затылок, сука, не воткнул. Паладин? А, нет, просто рыцарь. Странно, потому что мне кажется, что у него шлем анклава одет, нет? Или у анклава то же самое, только... О, они сам курот оленя оприходовали. У анклава такая же броня, только черная, нет? А, у них вентиляторы на спине еще такие, у анклава. О, я помню, что у анклава броня круче была. А вон, смотрите, еще какой-то чувак ходит здоровый. Это супермутант. Меня окликнул Рейдер Псих. А супермутант с его собакой. Гончая. Нихера она ей втащила. Иди остальных теперь убей. Легендарный мутант-разведчик, ёбнись. Может, я поспешил турельку убивать? Она всё-таки помогала вроде как. Напал сзади на Кейт. Говнюк вонючий. Леденящий автомат и инструмент. Ептумай, ты еще не сдох, что ли? Да ну нахуй. На, придурок, блядь. Отличный взрыв, твою мать. Так, что за автомат-то?
леденящий автоматический институтский. А, это тот, который я... заморозкой. Продам его нахер. Дамага мало. Человеческая челюсть, нахера на ему. Дамага мало, а то, что заморозка, меня это вообще не ебет. Да, ну и, конечно же, начался перевес, куда уж без него. Так. Лишнего ядеркола у меня кончилось, что ли? Харизма 5. Лишневые ментаты дают харизму. Так, ядеркола. У меня должна быть ядеркола. Она весит. О, теперь я смогу бегать. Интересно, какой у него аутпост. А как туда залезть? Хм. От фугасов, наверное, укрепил трупом. О, блядь. У него тоже была спутница, которая нихуя не хочет ходить и что-то делать. Это он где? Да еб твою мать, откуда ты взялся-то, пидорасина? Я ебу, блядь. Супермутант-исламист меня уебал. Ебучий ИГИЛ. Ну, в этот раз как-то лучше прошло. Так, кстати, тут трупы что-то развешаны. Ни хреново. Хэллоуин, чё уж там. Кто-то еще где-то постреливает, но я понять не могу, где. Мясо рот оленя. Леденящий, да, видели уже. Хотя, может, если леденящий как-то проапгрейдить, он может и дамажить нормально начнет. Ага, тут территория, видимо, супермутантов. А, и все-таки, что же за компьютер здесь? Был. Выкидной нож, легкая броня. Патроны. Патронный стимулятор. А, чё за компьютер, ёптать? Турелями управления. Одно-единственный. Я прав? Ага. Мощно. Могли бы сигруху хоть одну поставить, сидеть тут ничего не делать. А это чё за уличный пылесос? Прикольно, на. Так, надо глянуть, что там у супермутантов-то было. Чё они тут так яростно охраняли? О-о-о. Целый домище, бля. Вот это, я так понимаю, тоже их сарай, да? Склад. Настройплощадки. Ну, конечно же, это считается отдельной локацией. Если у дома не рухнула стена и в него нельзя войти через окно, блядь, значит, это, сука, отдельная локация. Конечно. В рукопашную хочет драться, давай. Научим его родину любить. Но не доказано, что супермутанты были людьми. Хотя, блядь, кем им еще быть? Хотя, чё их так разнесло-то? А гули тогда кто? Гули это те, кому не повезло стать супермутантом, что ли? Мясо рот оленя. Блять, а вот этот склад столько долго грузился. Здесь ни хрена вообще нету ничего. Хотя... Пустой кровяной мешок. Заебись вообще. Охуенно. Жизнь это боль. Какая-то кнопка есть. Я не верю, что такой сарайчик, в котором вообще без понтов. А, это переходная локация между Чарльстон и Кембридж. Ну, я не знаю, куда мне надо. Мне надо к улыбке Кета, как к нее пройти? Через Чарльстон или через Кембридж? Такие названия тоже, пиздец. Так, пойдем, что заштурмуем этот домишко. Блять, у супермутантов есть турель? Не верю.
Они же вообще антитехнологичны. Чуть не врубайся. Где компьютер, управляющий турелями? Не по кабелю разве? А там Кейт уже турель с топора приходовала. Не растерялась. Молодец. Так, стоперик. Выпьем колы за наши почки. Нахуй, эти катушки силового реле заебешься носить, они очень тяжелые. По три весят, по четыре. Бесхребетный человек. Может вооружить ее палкой, которая усилит урон по супермутантам? Даже непонятно, кто его убил, я или Кейт. И он тут что, был один? Нет, не один. Критом, бля, в бороду. Вообще надо крит, наверное, поберечь на каких-нибудь легендарных мобов. Просто было интересно, как он. А где она орёт-то? На саму крышу, так понимаю, не пройти, да? Ну а здесь что делать? Вон он ходит. Чё ж ты его не убил-то? Ой, да ладно, нихуя, двое. Нихера она ему втащила. Сука, он нагребает и ржет. Мне так нравится ему. Лупишь он. Ахаха, блядь. Нет-нет-нет, я слишком молод, чтобы умирать. Всего 25 левелов. Ну чё ж ты его не бьёшь-то, Кейт, блядь. Тупизна ты, блядь, а не варвар. Ёб твою мать. Ещё подожгли, что ли? Обливайся колой, туши себя. Это, наверное, турель. Или что, супермутанты лазером теперь стреляют? Не врубайся, откуда пули летят? Где он, блядь? Сука. На крыше, что ли? А, бестия, ёб твою мать. В прошлой части это было стрёмное. Бестии просто рвали, по-моему, нет? Что-то я его в лёгонькую как-то сложил. Лёгкий-лёгкий дробовик, жёсткая сварная рейтерская броня направлена. Прицельный зажигательный лазерный карабин. Ещё это что такое интересное? О! А стоит как говна кусок. Наверное, говно и есть. Так, так. А я чувствую, что здесь еще не все кончено. Здесь, походу, что-то еще с них сничковали. Потому что вот идет дорога, она заметно очевидна. Может, там пупс? А может и нихера. Одну из двух, как бы. Тут какой-то монтажник, высотник оставил. Бутылку водки для храбрости, видимо. Чтобы отсюда потом слезть. Охладитель. Калибр 50. Вау. Спочатина. Военные деньги.
Блядь, вниз смотрю, у меня аж, сука, реально. Жим-жим. Как в этом Dying Light, блин. Я бегал по антеннам, по всяким. Так, а... На мост-то реально запрыгнуть, интересно? Или нахрен не надо? Куда-то он ведет. Но я ничего там не вижу такого интересного. Ладно, мне надо улыбку. Быстрого спуска не будет, походу, да? Хотя там внизу, по-моему, вода плескалась, нет? Но чтобы проверить, придется прыгнуть, что-то... Них-них! Лучше бы я туда пизданулся. Да, по-моему, это точно вода. А что это еще может быть такое зеленое? Блять, да, это вода, но поскольку я вошел в нее солдатиком, видимо, позвоночник все-таки высыпался в трусы. Ай, нахрен такая шахта лифта нужна, которая ни хрена не дает срезку никакую, господи. Пулевые дыры, он что-то косо стрелял, что? О! Так вот же. Вот и мост. И что тут делать? Ага, тут лифт. Это интересно. Это интересно, но что тут делать непонятно. Что-то же должны тут спрятать были. В ходячих мертвецах и то вон на таком мосту РПГ нашли. Блять, ничего тут нету, вообще ничего. Беспонтовые пустые локации меня уже достали, если честно. А мне надо вниз. Ой, бля, может с этой стороны спуск какой-то есть? Да? Может тут нихера нету? Хотя вот я что-то вижу. Лифт. Главный герой уже заебался бегать. Ради этого серебряного плаща. И здесь тоже ловит. Блять. Вот это ништяково. Вниз, пожалуйста. А, что, сюда и все? А еще ниже ни хрена? Ёб твою мать, и что? А, блять, прыгнув отсюда, даже корабль деревянный, смотрите. Напрыгнув отсюда, даже Спайдермен бы разбился. Роботы по нему ходят. Я думаю, это для какого-то квеста стопудово. А, причем он летающий корабль, вон у него. Установка для полетов. Что ж, неплохо. Только... Я не пойму, как отсюда слезть куда-нибудь. А, может, в воду можно сигануть? Как вы считаете, что будет, если я... О! Супермутанты. Пуля не долетела, ёптать. В чем дело-то, блядь? Где попадание-то? Пиздец. Там еще. А это рейдеры. Какие-то. Или кто это? Да ладно, насрать, кто это. Давай, в воду. Да ёб твою мать. Блять, в контре 1.6 и то при падении в воду не разбивались. Или там что, воды по яйца, что ли? Пиздец какой-то.
Серьезно, бля, как спуститься-то? Трамвайчик там он какой-то висит. Че он там висит? Сука, ну куда-то же такая дорога должна вести? Или не совсем ёбнулись и решили заставить просто так людей такие километры наматывать? Вот. Уже чужое что-то. Стройка какая-то, ёпта. Предыдущей мало было. Вот еще одна. И как это, блять, случилось? Кто-то приветственно уже открыл огонь. Тир один, что-то клей. Так, выше тут некуда. Идем вниз. А это что? Ага. Это выход. Третий этаж. Охереть можно. Подъем? Да не, мне вниз хотелось бы. Up, записка поселенцев. Рейдеры. А, это они их это они стреляли, да? Я, видимо, чуть-чуть не успел. Эй, хрен его знает, может они уже были мертвы. Протекторона можно выпустить, обалдеть, какая радость. Торговый центр Хаймаркет. Вау. Крутость ты какая. Ну и наконец-то мой бич, блять, это терминалы, давай. Гиве. Нет? Массе. Нет. Дел. Нет. Ну, блядь. Чё-то какое. Сменить матрицу характера. Чё-то написано, что повреждён или отсутствует. Блядь, они этому протекторону сейчас очко порвут за, блядь, в 3 секунды. Чё его выпускать? Ещё и со взломом ебучим. Иди вот туда, нахуй. Такой. Я вообще где, блядь? Галерея Пикмана рядом. Отлично. Ща протектор он разберется с супермутантами, вы в это верите? О, как. Идеально. А просто вскрыть замок и не входить туда. Невозможно, да? Надо. Он именно вот вскрыл, вошел. Чтобы не ходили порожняком, замки не ковыряли. Так. Наверх. Больше. О, хуяси. Саечка, ёптать. О. Какая у нее женская, какая сумочка у этой женщины. Отличная. Короткоствольным затвором дробовик нет. Да ладно, она уснула на посту, просто чё. Сука, терминал средний. Сейчас я на них протекторонов спущу, хоть раз пройду эту миссию, как положено. Так. Нет?
Везде сходство один. О! Беливс, сука. Yes. Да, сучка. Управление турелями. Отключено 3 турели. Отключено, нет целей. Активировать, сучка. Да. Управление протектороном. Охрана порядка, само собой. Хотя, может, из них санитаров сделать, они меня лечить будут? Интересно, почему люди, которые покидали это здание, они не активировали протекторонов перед выходом? Давайте, роботы. Опыта я, конечно, за это не получу, я так понимаю. За то, что так по красоте все делаю. Но... Ух, ёбаный рот. Уже с одного лампочку он разбили от протекторону. Давай, робокоп. О, нифига он. Там же турели еще. А я подхожу, полутаю. Патрон, патрон, ништяк. Может, они даже пюре какого-нибудь... О, этого... Пюре, бля. Легендар... Сука, тайник, куда делся? Легендарного какого-нибудь, может, даже прибьют. Страшно слышать эти звуки. Кровавая баня. Так, чё я хотел? А, жилин. Илофасоль. Кексы веселые, ребята. Так понимаю, они в какое-то блюдо входят, которое надо у костра готовить. Мясо гончие. Омлет. Бум-бум ему, блядь, леща. Месит его, месит. А тот все равно в меня стреляет, он не дурак. Да, дамаг у протекторонов, конечно, адский говенный. Ёб твою мать, он что, с ракетницей сидел, или мне показалось? Закон и порядок восторжествовал. Пусковая установка, да. Блять. А, это я ее вырубил. Ну, в общем-то, протектороны, хоть и говно, конечно, но почистили их ряды неплохо. Ключ от Хейдмаркета. Это, наверное, сука, серьезное. Оружейный, брони, понятно. Половник. Интересно, черпак и половник это одно и то же? Или все-таки есть какие-то различия между ними? Ключ. Чего ключ? О! Хм. Кстати, вы заметили, что моя спутница куда-то проебалась? Немножко. Блять. Я думал, что когда я куда-то вхожу, она должна следом подходить. Ну, перемещаться, в смысле, автоматически. Эти позолоченные. А, ну я тут был везде, всё. Изи! Ёб твою мать!
Нихуя я вышел. Так. Тут, блядь, из квантового ядерколы уже, походу, хуй отмахаешься от них. Сука, придется юзнуть. О, баба моя где-то там махается, слышу. Блядь. Сейчас я к тебе подлезу, подожди. Сука, нихрена я под психа их уделываю. А, нет, это была не моя баба, это вот это, видимо, орала. Думала, сучка. Я слышал ракетницу только что, или мне показалось? Насколько вероятно, что моя бабёнка вытащила свою ракетницу из инвентаря и в кого-то там шмаляет? Да маловероятно, согласен. Так, я вообще где? Галерея Пикмана рядом. Совсем рядом. Просили же разобраться. Музончик такой боевой сразу играл. Я, наверное, только из-за музыки и включил, сука, ядерколу. Чё-то нихуя не понимаю, где галерея-то? Галерея Пикмана. Я церковь вижу. Старая. Северная церковь. Интересно. Кстати. Стимулятор станет 60% от радиации, 60% радиации. Как? Как несоответствие? Почему? Уровень 18, ёпта. Влиять на людей, от нее зависит ваша убедительность, разговор, также центр голоса, ваш харизм повышен. Да. Странно, но количество спутников в этой части от харизма чуть не влияет. Стрельного и базового. Придется прокачивать говно всякое, что делать. До 18 уровня. Старая северная церковь. Сейчас посмотрим, кто в ней заселился. В принципе, я понял, что здесь только рейдеры, синты, супермутанты. Стрелки, но это те же рейдеры. Найти подземку. Это часть пути свободы почему-то. Что за путь свободы? О. Гюль-гюль-оглы. Сука, вот они резко нападают, а? Да и фонят. Трещит-то трещит, но гулям это жить тут не мешает. И что, то есть где-то здесь подземка еще есть, что ли, что? Причем тут найти подземку? А что это такое? Усохший дикий гуль. Гуль, наверное, слепой был.
see. Так мне дальше или нет? Потому что здесь стена что-то разбивается, и там что-то есть, походу. Или мне показалось? Какие-то захоронения, что ли? Редкий случай, что я что-то блокнуть умудрился. Захоронения какие-то. О, нифига себе. Кнопка нажать. So, that's not right. Повернуть. Mm, it spins. Ну, он крутится, блядь. Бостон, так может? Где бы для примера картинку-то посмотреть, как должно быть? Так. Хм. Ничего не, нихуя не понимаю, как должно быть. По часовой против часовой. Подсказоньки-то есть какие-нибудь тут, ёб твою мать? Или чё, реально наугад надо, что ли, блядь, искать, что ли? Говнище какое-то. Ой, блядь. Или тут, может, вообще чё-то не хватает? По-моему, Бостон должно быть наверху. Вот так, но я уже пробовал, нихуя. На точечки на эти надо вообще ориентироваться-то или нет? Короче, сука, тут должно быть какое-то слово, блядь. Начинается оно с буквы R. Но какое слово это вообще, блядь, я не знаю даже. Это надо быть англичанином, чтобы суметь составить слово из английских букв. Может, комната? Хуйца. И не е. О, должно быть. Я просто не врубаюсь. Если начинается с R, значит следующая гласная должна быть, ёптать. Их тут всего Е, Эй. И ра. Да, блять. Чудо случилось. Методом тыка нашел слово rail, рельсы в гугле, в переводчике перевел, посмотрел какие варианты слова. Короче, railroad надо набрать.
Значит, железная дорога. Railroad. Фу, блядь. Это было интригующе. Ну, где мои плюшки? Как не работает? Ты чё? Дерьма кусок. Ох, ебать. But before we go any further, answer my questions. Who the hell? Молилась на ты на ночь, Дездемона. Кто я? Кто я, блядь, такой? Да вот, блядь, кто я такой, ну. Why don't you tell me who you are first? You wanted to see. Я серебряный плащ. So that means you're playing by our rules. So, answer my question. Слышишь, после такого секрета я хотел бы получить артефакт. Хотя симпотная тёлка тоже подойдет, но я мусорщик. В этом плаще я, ты должен сказать, я мусор. Глеб Жеглов, нахуй. I followed the Freedom Trail looking for the railroad. I'm not your enemy. If that's true, you have nothing. Блять, чё у них губы такие телесного цвета? Соврать что-нибудь, отказаться отвечать, защитить информатора. I don't want to get anyone into trouble. We'll find out. One way or another. I'm Desdemona, and I'm the leader of the railroad. And you are? Deacon, where have you been? You're having a party. What gives with my invitation? I need intel. Какие очечки? Wow! Newsflash, boss. This guy is kind of a big deal out there. А кто это такой? Я его не видел раньше. Yeah, I've been pretty busy. You know, you're practically famous. The railroad owes you a crate, hell, a truckload of Nuka-Cola for what you did to Kellogg. Келлога, да. Келлога я пизданул. Yes, trust me, he's someone we want on our side. That changes things. So, stranger, why did you want to meet with us anyway? Да я вообще не знаю, кто вы. Борьба с институтов, уклончивый ответ, мой сын. Спасти синтов. Я не знаю, как они относятся к проблеме института и синтов, поэтому я буду нейтрален. I'm looking for help to find him. Someone stole your boy? That's terrible. Do you know who did it? For your sake, I hope the institute isn't involved. Вообще-то институт. Kellogg kidnapped him. Well, you got your revenge, but that doesn't bring your son back. I'll have Deacon look into this. If anyone can find a lead on your boy, he can. If we're going to be dealing with you, I need to make sure we're on the same page. You know what a synth is, right? Да, один из них мог стать моим напарником. Yeah, I know all about them. Good. The Institute treats synths as property, as tools. Why does the Institute treat them that way? They're playing God. Tinkering with things they don't fully understand. From that lofty vantage, it's easy to. Ну, блять, в синтах человечности, как я ебу, не знаю, как в рыжих души. Go on. So we seek to free the synths from their bondage. Ой, еб твою мать. Give them a chance at a real life. I have a question. Освободи синтов. The only question that matters. Would you risk your life? А, так вы синты, наверное, все трое. Не стоит рисковать жизнью. It depends on the circumstances. There's no middle ground with this. Would you risk death to save? Ты ёбнулась, что ли, блять? А ты рискнешь жизнью, чтобы спасти покемона? Could you elaborate? Answer with your gut on this. Your heart. If you had to put yourself in danger, твою мать, какая тупость, боже мой, по шкале тупомерства это просто, блядь, зашкал, зашквар. Конечно, блядь, рискну, иначе ты не отъебешься, наверное. I don't see this as any different. Well said. We'll do what we can to look into your missing boy. Кейт это не понравилось, как она это услышала, блядь? Normally, you're exactly the type of person we try and recruit. But right now, we don't have the time to train up a new agent. There are, however, other valuable ways you can contribute. And in turn, we can help you. See Deacon for details. You're free to go. Ага.
В итоге, блядь, я нашел еще одну группировку вместо какого-то нормального приза. И чё тут тусите? Замуровались в катакомбах и сидят. Ядрись конем, как весело у вас. Да. Агентурная работа начата. Ну чё ты хочешь? Элвис жив. Раздраженный ответ. Да мне нассать, я тебя впервые вижу. She's lucky you calm things down. I don't react well when I'm staring down the barrel of a gun. Exactly. Детка, человек с топором не может угрожать человеку, блять, с пистолетом. I vouched for you. Nobody got shot. Still, I would consider it a close personal favor if you didn't sell us out to the institute. Thanks. So tell me, why did you vouch for me? I've heard a lot of things. Да заебла эта попытка убеждения, чтобы тебя нахуй черти драли, бля. So Dez wants me to make you a tourist. That's what we call someone who helps out with the... Hmm? I'm just gonna come out and say this. You sure you need me? Desdemona didn't seem to care. She's just thinking of the time and manpower it would take to train you. And if you were some hick from the burbs that didn't know your ass from a rocket launcher, she'd be right. But I'm betting someone like you just needs a few pointers. And a target. You got my attention. I got a job. Too big for me, just perfect for the two of us. You help me out, we turn a few heads, and then Dez invites you into the fold. Then, if you get into a bind, ты взял, что я к вам хочу? Your buddies in the railroad got your back. What's the job? So, up front, the only thing I'll say is that it's going to be a wild and dangerous ride, but probably nothing new for someone like you. Ну давай. Sign me up then. Perfecto. Let's meet up at the old freeway outside Washington. I'll fill you in once you get there. Встретиться у шоссе. Понятно. Шел дьякон по шоссе и сосал он сушки. Так это говно работает, нет? Все-таки нет. Да, конечно, немножко расстроил итог этой первой, единственной, возможно, в этой игре головоломочки. И то какая-то, блядь, головоломка так. Это головоломка только для тех, кто не англоязычен, видимо, вообще ни в какую. Ну, типа меня. Англикосы-то, наверное, сходу это тут разгадывают, что от них хотят. Короче, фуфломицин какой-то. Ладно, время подошло к концу. В следующей серии, значит, я посещу эту галерею Пикмана, добью кого осталось для квеста Серебряного Плаща, и все квесты будут закончены, а потом, может быть, уже и по сюжету пора будет двинуться, не знаю, что-то как-то тут очень медленно все развивается. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. Аминь. Ну мы же в церкви.